Так, все, возвращаемся. Возвращаемся, значит. И смотрим, что там за другалек стоит такой необычный. Где-то он вон там стоял. Где-то здесь. Вот он. Горбат слабый. Не бей меня, не убей меня, обещаю, я тебе пригожусь. Гладос, ты ли это? Это если бы Гладос... говорила бы этим самым голосом козла. Так, ну допустим, я от него отошел. Ну, типа не побил. Вот. А как ты ко мне пригодишься-то? В смысле, а что ты мне дал? А что он мне дал-то, я не понял. Что-то тут должно... А, вот, охотничий лук. Повреждение 2 к 5. Прикольно. Ладно, хорошо. Я тебя не трогаю. Смотри, да? Смотри, я вот отошел. Еще раз. Ну, допустим, он мне дал какую-то вещь, да? О, кстати, какой-то меч подобрал, который я пропустил. А у меня места-то хватит? Я заранее вот так вот сделаю. Мало ли. Ну-ка. Я скоро тебе что-то дам. Что-то очень сильное. Не бей меня. Не бей. И я сдержу обещание. Что вы сделали с Гладос, демоны? Так, ну допустим. Немножко походили, погуляли. Подышали свежим воздухом. Интересно, что он мне даст. В смысле? Очень сильное. Хочешь, получай. В смысле? Леща? Хотел мне дать. Утренняя звезда. Да я ж этих звезд утренних столько видел, блин. Да, вот что он мне хотел дать. Леща. Хотел дать, а получил сам. О, ничего себе. Так. Так, где тут был? Давайте я распознаю. Тут все. Ну что ж, ладно.
Ладно, продолжается у меня путешествие по подземельям. По подземельям собора. Вот, куда-то сюда ребята еще убежали. Отлично. Вот. Так, 5-й уровень. Проходим. Да, все та же. Смерть вокруг пахнет. Сундучки открываем. Да, такое ощущение, хотя не ощущение, это точно мы просто с другого входа вошли в те же самые помещения. У меня полно этого. Да ладно. Да ладно. Серьезно, в натуре. Хорошо. Так. Тут у нас храм. Ой-ой, я забыл посмотреть, как тут. Что тут? Да. Ну ладно. Бывает. О, надо быть внимательней. Так, 10-25. 65 силы. Да, надо в город пойти и распознать это. Так. Хорошо. Инвентарь у нас уже еще больше заполнился. Большой топор. Желтое. Типа название это значит. Это значит, что топор покруче синего будет. Бля. Так. Книга крови. Ну-ка. И за воротами крови, за залом огня, отвага ждет прихода героя света. Ого. Сюда, что ли? Камень крови. Пьедестал крови, ну-ка. О, там что-то открылось. Что-то там открылось, ну-ка. О, тут еще камень крови лежит в этой комнате открытой. Да? Тут пьедестал есть? Вроде нет. Может быть, вернуться обратно надо? Ну-ка, посмотрим. Может быть. Да, тут, видите, появился один. Хотя я не уверен, что это... Да. Ой, пьедестал наполняется потихонечку. Так, вторая комната открылась. Понял, принял. Бежим туда. О, прибежал. Золотишко берем. И возвращаемся обратно. Ого.
Так, убежал. На разгон пошел. Да, если бы я сюда пришел. А вот, кстати, кольцо. Пришел немножко пораньше, я бы тут, конечно, бы греб. Отвага Аркейна, ну-ка. Так, давайте я свиток портала в город сделаю. Сколько у меня денег? 1000 денег. Какая-то отвага Аркейна. Я пока что так и не понял, что это такое. Вещь какая-то. И судя по форме, какие-то доспехи. Так, кольцо. Мана плюс 26. Хорошо, большой топор. Неразрушимая. Так, боевой топор. 10-25. Ну-ка. 26 к повреждению. Плюс 5 очков к повреждению. Так, подождите. Для начала... Мана. А, нет, это мана плюс 26. А мне плюс к магии нужны вещи, если что. Так, не руш... Так, утреннюю звезду продаем. А, меч медведя тоже продаю. Злой топор нерушимый. За 7 косарей. Блин, неразрушимый топор. Это ж классно, но 6-16. Как бы. Ну-ка. А тут даже, смотрите. Мана, конечно, нафиг нужна. Попадание 110. Повреждение 21-31. Ну-ка, сейчас я хочу вот так вот посмотреть. А, и минус 10 к жизни. Так, а вот этот топор? Повреждение 35-59. Вот это я оставлю на самом деле. Так, вот это вот я пока что... Вот так и вот так сделаю, да? Так, теперь вот этот топор беру. 12.30. Ну да, он получше будет. Поэтому все равно будет, надо будет прокачиваться. Но пока что это... Самый крутой топор, который у меня сейчас есть. Так, и чего? Надо денежки выкинуть.
Так. На самом деле, что-то много всяких вещей. Давайте я некоторые вещи выкидываю. Вот такие, как жизни. Так, хорошо. Блин, этот топор очень классно выглядит. Ох, сейчас зарублю всех нафиг. Сейчас как тут всех начну рубасить. Отвага. Да хранит меня дух Аркейна. Ого, 25. А, у меня круче. Ну-ка, может быть, распознаюсь и... Может быть, я, да, распознаюсь и... Здравствуй, друг мой! Ну-ка. Послушай мои рассказы. Так, золота не хватает. Здравствуй, друг мой! Послушай мои рассказы. Так, уникальное пишут. Плюс 10 к жизни. Быстрейшая поправка. Ну такое. Да, выглядит классно. Так, свиток лечения. Где-то я выкидывал вот портал в город. Пока что так. Хорошо, идем дальше. Идем дальше, значит. Так, ладно, продолжаем, значит, познавать. Не понял, а чё дверь закрылась? Непонятно. Не понял. Закрыли меня? Замуровали демоны? Ты меня закрыл? Так, топор. Да, топоры тут это, конечно, мощная вещь. Вон козлов рубаю. Энергозаряд. Ну-ка, что за... 36 магии. Да, найти бы мне вещи, которые магию поднимают. Очень высоко. Вот. Тут как бы изучение заклинания требует много маны, а применение... Для применения не так уж и много нужно. Опа, храм козлов. Ну-ка, зайдем туда, может быть, это нам что-то даст. Плюс к мане, например. К магии, точнее. Я заметил, или топор реально в крови теперь. Ух, блин. Опасный. Бля, реально, смотрите. Топор по краям. Кровавый. Ух. Ничего страшного. Это... Демоническая кровь. Это можно. Это не запрещено. О, волшебный камень, кстати. Это то, что нужно да, отнесем, короче.
Гризволду этот камешек. Второй раз относим. Второй раз относим один и тот же камень. Я надеюсь, что будет какая-нибудь хорошая вещь. Так. Плащ берем. Так, вот здесь сохраняемся. Так, теперь опыт и чего смотрим? Магия не всегда то, о чем... чем она кажется, да? Ну, что-то как-то изменение это и... изменений, собственно, и не было. Так, еще раз проверяю. А, проверить не нужно. Я уже знаю, куда я пойду. Вот, и, кстати, по пути еще распознаю место. Здрасте, ребята. Да. Как говорится, всем здравствуйте, всем голову с плеч. Вот, здесь меня не было. Ого, блин, тут еще нафига. Тут еще дофига всего. Да, я представляю, как по этим маленьким демонятам нужно попасть секирой огромной. О, мана, здрасте. Так, ну что ж, тогда сейчас пойдем в город и отдадим Гризволду камень еще раз. Да. Интересно, он вспомнит об этом или нет? Скажет, типа, да ты чё, ты же приносил. Ну-ка посмотрим. Да-да, это то, что я думал. Подожди минутку. Короче, всё то же, самое. Смотрим. Небесный свет. Ну-ка, теперь. Идем сюда. Послушай мои рассказы. Ко всем качествам. Ну-ка. А, у меня это кольцо, оно у меня не сохранилось. Ну ладно. Я могу тебе помочь. Да, но зато можем продать сейчас. Оно не такое уж и крутое, поэтому почему бы и нет. Если бы оно силу увеличивало, да, это я... Книга «Энергозаряд», 43 магии, чё так много-то надо? Так, здесь мы вот так выкидываем, это берем, ну что ж, и отправляемся обратно
в портал, в подземелье.